Всем привет, дорогие друзья! Сегодня на канале у нас PlanetSide Arena. Своеобразное ответвление от оригинальной игры PlanetSide 2 с режимом Battle Royale. Так, давайте взглянем. Существует у нас тут, присутствует Battle Pass. Ну, это как везде уже принято. Идут по дорожке Fortnite. Вот, приобретя своеобразный Battle Pass, мы можем здесь приобретать вот даже Terran Republic Banner, всякие ништячки. Ну, если честно, я посмотрел, тут ничего такого сверхъестественного нету в этом Battle Pass. Давайте посмотрим, здесь существуют у нас челленджи. Вот я немножко тут поиграл, еще скажу пару слов потом о закрытой бете. Ну, в принципе, закрытая бета — это и есть закрытая бета. Два я уже из них выполнил. Сервера работают вообще нестабильно. Может, посреди катки сервера сдохнуть. Так, Daily Challenges. Нужно сделать сначала челленджи по туториалу. Ну, соответственно, там и недельные откроются. Короче, Battle Pass у нас здесь. Можно открыть такие пушки. Эти пушки можно будет покупать в специальных автоматах на картах. И он состоит из 80 уровней. Также можно экипировать своего бойца. Менять ему всякие ладауты. Ну, вот это вот все, короче говоря, это можно все покупать именно на самой карте за наниты. Я немножко побегал. Нужно было как-то привыкнуть к игре. Две катки побегал, но, так скажем, я не смог их закончить. Не знаю, как эта катка сейчас пойдет. Вот. Если прервется, соответственно, придется записывать все по новой. Так, это у нас аммо, киты, и присутствует также у нас кастомизация своего персонажа, куда же без него. Давайте этот ножик поставим, вот здесь специальные транспортные средства, можно сразу же их вызывать и ездить, если нам придется ездить куда-то на дальнее расстояние. Так, ну что ж, в принципе, давайте начнем. Существует пока только один режим в сквадах. Сейчас мы его и посмотрим. Итак, мы присоединились к серверу. Сейчас нам предстоит выбрать одного из классов. Их всего три. Ну, соответственно, как и в оригинальной игре. Ну, в оригинальной игре, конечно, больше. Ассалт, медик и инженер. Так, у нас тут кто-то говорит в voice chat. Ну, пока общаться с ними не буду. Буду просто слушать и держаться их рядом. Это у нас планета Аурраксис. Вот, мы находимся сейчас, так сказать, в лобби, где у нас собирается народ. Всего, в принципе, в скваде, если мы играем, 300 человек набирается, соответственно, 100 команд. Вот, в принципе, тут такая вот система устроена. И, блин, меня это все это называет, вызывает своеобразную... Так, сейчас, секундочку, я попробую... Где тут у нас увеличить-то больше? Вот это, наверное. Нет, это что-то не то. Блин, ну ладно. Нет. Я их не стал громче. Слышать лучше. Блин, нету их, да? Музыку чуть-чуть потише, наверное, сделаем. Так. Чтоб не мешало нам думать. Так. Что это такое? Фиг по Maximum Voice Channels. Блин, а где же... Блин, сейчас они... Так, ну, наверное... Ладно, на место все поставим. Так, вызывает у меня все это своеобразную ностальгию. PlanetSide — это моя самая первая игра. Вот. Особенно первая ее часть. Первая игра онлайн, в которую я играл. Да-да, играли мы в PlanetSide 2. Даже видосы начал снимать еще с самой первой части. Вот. А во второй части мы полностью с пацанами в составе аутфита Red October нагоняли страх и жуть на сервера. Ну, на сервера, а на сервер. Вот такой вот у нас стоит Galaxy. Когда-то его там пилотировал. Было очень занимательно, интересно. Но впоследствии, конечно, игрушка, скажем так, затухла. Так, что у нас здесь? Там тоже один Galaxy стоит.
Пока будем ждать, пока набирается у нас... О! Чё, всё? 52 команды? Отлично, 16 секунд. Нормально. Вперед, пойдем. Пойдем нагибать, попробуем. Но, если честно, я уже отвык от стрельбы в Planetside. После того, как поиграл в Destiny 2, это, конечно, небо и земля. Стрельба здесь топорная. Дальше некуда. Я не знаю вообще, выстрелит эта игра или нет. Как бы она ни повторила судьбу, скажем так, артефакта, которые, люди, в которые вообще сейчас не играют. Хотя и разные игры, но суть остается в том, что игра оказалась никому не нужной. Так, у нас там стоит маячок. Сейчас мы попробуем туда прыгнуть. И будем собирать ништяки. Собирать оружие. Вот такой вот у нас эпичнейший дроп. Дроп-под. Дроп-под. Сейчас будем дропаться. Высаживаемся. И погнали. Так. Давай. Вот так. Да ё-моё! Не успел и приземлиться, уже стреляют. Охренеть, какой ты шустрый, чувак. Давай. Блин. Ясно. У нас есть еще медик. Возможно, меня и подымут. Ты будешь меня подымать или нет? О, отлично. Все, спасибо, подняли. Подняли меня с 30% жизни. Так, мне сейчас нужно где-то найти аптечку. Бляха, ёпарс, непривычно. Давненько я уже не играл, блин. Так. А, там один из буржуев спрашивает, это на... похоже ли это на Planetside 2 своей механикой? Ну, естественно, похоже. Единственное, здесь только что раскидали оружие везде. Хочешь, бери, хочешь, не бери. Так, зеленое оружие. Так, это у нас что? Тоже Assault Rifle. Но я хочу сказать, что здесь очень сложно играть в плане ТТК. Здесь очень большой ТТК. Соответственно, Time to Kill. Время на убийство. И практически нужно стараться стрелять в голову. Но так как это не Destiny 2, здесь гораздо сложнее попасть в голову. Вот, и... Если я здесь кого-то хоть и убью, я не знаю, это будет так, да. Меня вообще, да. Может, мне кто-нибудь подлечить-то, а, ребят? Пойдем к медику. Так, там у нас перестрелочка. А, посмотрим. Это у нас такой своеобразный первый взгляд. Я даже не знаю, блин, а может быть сделать рефанд? Хрен его знает. Ну, блин, как-то и неохота делать рефанд. Все-таки ностальгия. По тем самым добрым временам. Вот. Вверху оставлю ссылочку на, скажем так, на пару видосов. Там, где мы зажигали с Красным Октябрем в свое время. Это было самое лучшее, скажем так, времена. Так, ну что, бежим прямо туда. Скорее всего, там у нас враги. Держаться надо вместе, как обычно. Сквад здесь состоит в игре из 3 человек. Мы именно бежим пешком. Вот вы можете видеть, если кто-то передвигается на транспорте, он виден на карте. Вот видите, красная точечка на радаре. Вот сейчас, вот проехал. На ховере проехал. Чувак, мы его видим. Соответственно, еще сзади у нас, справа. Нам нужно быстрее добежать хотя бы до какого-нибудь укрытия и там уже стараться отстреливаться. Так. Так, вон, вижу. Вижу на холме. На холме. Окей, давай. Перезаряжайся. Прикрою. Я даже не знаю, блин, убью ли кого-нибудь. Здесь настолько, блин, честно сказать, настолько топорная стрельба. Не знаю. Как я уже говорил, после Destiny это просто... Просто небо и земля, я не знаю. Ну, давайте попробуем, я не знаю, подстреливаться. Может, кого-нибудь убьем. Так, ну-ка, где вы, ребятки? Ага. О, вот что это за пузыри такие? Хрен, гранаты какие-то, что ли, они кинули? Ну, давай-ка сейчас глянем, что это за гранаты и что они делают. Так, ну-ка.
О, ясно, ясно, понятно. Он у нас замедляет и, соответственно, отнимает потом у нас ХП. Оп, стоп, 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 стоп. Медикит. Отлично. Кнопочка F. Нет, 4. Да, 4. И сразу он начинает, блин, даже не надо в руку себе вкалывать ничего. Он сразу начинает, блин, отхиливаться. Идем помогать нашим пацанам. О, ё-моё, фиолетовая. Эпик, эпик, эпик. Все, берем эпик. Все, идем помогать. Так, ребят, как вы там? Я тут просто немножко задержался. Так, возьмем гранату. Где? Где чуваки? В принципе, наш... А, чувак спрашивает, нужно ли мне какое-нибудь оружие здесь хорошее. Ну, в принципе, я весь упакованный. Сейчас сядем в машину, в харасер. Ое, старые добрые времена, блин. Сейчас всех покрошим. Я постараюсь особо не заострять здесь всякие нюансы. Попробую просто пробежаться, понять, что из себя представляет игра. Но игра пока сырая. Это бета-тест. С серваками здесь проблемы. Тут даже некорректно выходит игра. Вот так вот, отлично. Да ё-моё, как же все здесь. Блин, офигеть. Ну, блин, не я. X, блин, как непривычно. Надо кнопки переназначать, чтобы вылезти успеть. Да ё-парасоте. Вот попасть никого не могу. Надо еще мышку настраивать. Окей, окей. Так, подсветили. Ясно. Так, давайте-ка мы сейчас возьмем... Где ты? Снайперку. Вот это снайперка. Это вот снайперка, да? Без снайперского прицела. Да. Где ты там? Ну, вот тут он. Прямо в головку. Интересно, сколько у нее отняло. Хреново, что не могу даже видеть хиты. Да, да. Привык, как в Destiny. Привык. Ох ты ж, ёпта. Ну... Ну, елки-палки, да вроде ж попал, около головы летело. Фиг поймешь! Ой, сколько ништяков, ё-моё. Так, 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 так. Да, у кого-то, блин, кому-то нравится SMG, одно из лучших оружий. Но, в принципе, я, наверное, еще потом буду тестировать. Поиграю еще немножко, если будут проблемы с серверами, я, наверное, пока забью. Пускай ребята доводят, скажем так, техническую часть этой игры. До... Ага, едет, дружище. Да откуда ж вы, ёп... Так, это... Сейчас мы, сейчас. Так, надо кинуть нам гранату. Радиейшн гранат. Так, сейчас перезарядимся. Как она работает? Давай глянем. Опа. Так. Ага. Это вот такая вот граната, да? Она испускает радиацию. Так, ё-моё. Понятно. Спрятался за деревом. Это очень интересно. Так, тем не менее, у нас круг сужается. Так, давай, 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 давай. Так, убили. Все, убили чувака. Все, получили свою экспу. Так, где еще? Все, убиты, все. Да ёпарасоте, еще там впереди. Я их еще не успел увидеть, как они уже, блин, на меня попадают. Да, нужно привыкать к игре. Нужно привыкать. В принципе, в графическом плане игра нисколечки не изменилась. Как было, такой, так и осталось. Так. Давайте отойдем к своим чувакам. Ага, вон еще один. Вижу. Блин, спрятался. Ну, выйди, блин, покажи. Вот-вот-вот. Та радиационная граната сразу же отнимает у тебя жизни. Все, нужно все понять, все прикинуть, как что работает. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну вот, видите, я, блин, навожу на него. Я не могу в него попасть. Блин. Да, стрельба, конечно, топорная. Так, это наша? Наша? А, нет, если бы это было не наша, меня бы уже, наверное, давно убило. Туплю, туплю. Так. Окей. Он где-то там. Он где-то там. Надо помочь. Надо помочь. Ты где, дружище? Так, они там что-то перестреливаются, блин. Иду, иду.
in a restricted area. Йо, парасоте, блин, как быстро круг сузился, а я даже не понял. Быстрей, 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 быстрей. Быстрей, быстрей, блин. Ёлки-палки, быстрей. Давай, 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 давай. Чуть-чуть. Давай, давай, давай. Блин, не успею я тебя поднять, чувак, я сам сдох. А, меня добили. Ну, такая небольшая перестрелочка. Вот. И, в принципе, мы сейчас, наверное, подведем итог небольшой. Итак, что можно сказать об данной игре Planet Side Arena? Своеобразный ход от разработчиков, своеобразный, срубить, наверное, бабла. Пока я никому эту игру не советую, тем более, наверное, людям, которым нравится Planet Side 2. Вот я думаю, батл роялей и так дофига. Сыграйте лучше в Fortnite. Вот так. Ну, а в принципе, я, как любитель Planet Side 2 или вообще вот Planet Side, ну, еще побегаю, послежу, что получится с этой игрой в итоге на выходе. Вот, но пока что все это выглядит очень печально. Я не отрицаю, что я уже отвык вообще от самой механики вот этого Planet Side, но все выглядит очень-очень печально. Лучше поиграйте в Planet Side 2. На этом у меня все. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока. Пошли, 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 пошли. Макс, пошли, 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 пошли. Макс, вперед. Вперед, все, все, вперед, пошли. Лайт на гаси, бля! Зойку гаси! Японам, мать! Меня убили!